Всем раннего, доброго, пасмурного, ветреного, холодного утра. Вот такой боец. Сейчас отпустим. О, красавчик какой. Я на запасном аэродроме. Шум электричек, да? Время без 10:08, 7.11.21 год. Значит, ветрище сегодня у нас сумасшедший. Рыбалки есть, пока как бы выходные были каждый день, чуть ли не. Но на основном водоеме рыба вообще, братья, отказывается напрочь. Чего я только не пробовал. Вот два дня, наверное, я пытаюсь тут что-то поймать. Ловил здесь на джиг. Да? Клёва не было вообще. Ну как вообще? 3-4 окушка буквально. Мне это все дело надоело. И решил я сегодня половить на отводной. Ну уж простите меня. Мормышник у нас закончился, рыба от берега вся отвалилась. Вот, поэтому ловить будем на отводной. Спиннинг у меня Сергея Александровича Жучкова на данный момент. Это золотая середина. Катушка Innova Ultralight 1003. Шнурка Садаковский, внизу напишу. Не помню, как называется. Помню, что там он оранжевый по цвету. И слово троут было. Вот. Посоветовал мне один товарищ. Говорит, попробуй. За 150 метров, по-моему, 900 рублей. Я отдал, а это зацеп. Как-то не вовремя совсем, блин. А, что-то тащится. Так, ладно, включусь. Ну, как всегда, очень хорошая рыба. Рыба-пакет. Ёпростык. Ой, господи, боже мой, иди сюда. О, с водой, с грязью, со всем остальным. Ой, мама родная. Рыба-пакет. Ну, уже тоже трофей считается. Буду монтажу, монтажа. Я это называю ленивый отводной. Камера, не знаю, передаст или нет. Но вряд ли, пасмурно. Вот, все на... Кто смотрел, короче, у меня ролик отводной на плотву, приблизительно все то же самое. Ничего нового. Я его называю ленивый отводной. То есть подлесок. У меня от плетеного шнура идет где-то там, по-моему, 0,12, что ли, или 0,14. И поводочек. Как бы на этом все. Все это монтируется петля в петлю. Потому что, конечно, я вчера лишний раз залез в YouTube, посмотрел. Там, конечно, кто как монтирует. Все это достаточно сложно. Кто на вельтруги, кто на вельтрушки, кто там грузик через это, там на основную гульду. Короче, там тр-др-др-др. Все очень сложно. Ну, плюс использование достаточно длинного спиннинга надо. У меня такового, как бы, самый длинный у меня 2.10 или 2.13. Поэтому... Пока ловим. Пробуем, во всяком случае. Есть еще один. Есть еще один боец. Соблазнился. Соблазнился. О, красав какой. Чуть-чуть промахнулся, но в итоге он есть. Отлично.
Да. Погодка прям вообще обалденная, в кавычках. Так, есть разбойник еще один. Есть. Такой по упрямее. Поболее, поболее. О, блин. О, шахту. Он прям в шахту. Так, сейчас включу. Какой красотончик, а? Ну, таких приятно было вытаскивать. Спасибо. Свободен. О, красота. Еще красавчик пожаловал. Эх. Симпатюк. Симпатюк. Поклевки вялые, просто таз полный. Тащишь, тащишь, потом в такой-то момент бабаха, он у тебя там висит. Ну еще ветер не дает полного ощущения поклевки, петлю выдувает, поэтому. Так, братцы рыбаки, подсел кабанчик, походу, вяло. Да. И кабанчик. Ну, хорошенький. Перешел я на джекрик. Что-то с этим отводным. Никак. Я не совладаю. О! Симпатюк какой. Рыб клюет отвратительно просто. Ветер. Мужик там на живца сидел. Не выдержал, уже ушел. Тоже, говорит, тишина полная, говорит. Поставил я Тик Тайскуп. Эфочка. 0,13 грамма. Интересно, но факт. Настолько рыба пассивная. То есть вот, ну что, зима не за горами, не мудрено. О, нифига себе. Вдуцкого. Что-то прям ребята заинтересовались так сильно. Ух ты, блин. Кабанчики такие, блин, присаживаются. Что-то сегодня прям. О! Ветер. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Пацанчики какие. Доброе. Спасибо, дорогой. Контакт. Создали. Форсированное вываживание. Немножко. Может завести за кусты. Уже завел твою дивизию. Так. Рыбу я еще так не доставал. Какие поросята.
Вот это да. А? Охренеть можно. Просто охренеть. Уж извини, дорогой, потаскал я тебя по кустам. Делать нечего. Приманки Браун Перч. Секси. А? Кабаницы какие. Вы гляньте. Охренеть можно. Есть еще один пацанчик. Поменял вес. Ну, поменьше под. Но приятно все равно. Поменял вес. Джекрига был грамм. Сейчас поставил полторашку. Не полторашку. Вру. Двушку воткнул. Поставил сразу два. Ветер сильный. Улучшить, чтобы контроль с приманкой. Так сказать, взаимодействие. Бросаю еще плюс ко всему против ветра. По сути, берет с середины водоема. То есть, если брать слева-справа.